Всем привет, с вами я, Колян, и у нас небольшой мод, который называется Multi-Page Chats, вроде я не ошибаюсь. И у нас вот такой вот появляется огромный сундук, вот как он выглядит, вот такой вот сундучок. Вот как он выглядит, когда мы его поставим, вот такой. И в нем 5 страниц можно положить вещей. Сразу тут можно распределить на каждую страничку там что-нибудь такое. Ну, в нем очень много клеточек, в отличие от этого сундука. И чтобы его скрафтить, надо 4 алмаза. Вот так вот ставим 4 алмаза. И 4 сундука. И вот получаем один такой сундучок. Мне кажется, мод довольно-таки, ну, читерский, потому что слишком много вещей можно в один этот сундук поместить. О, дома сундуков таких. И это все из-за того, ну, если ты нашел 4 алмаза, то тогда у тебя уже есть один такой сундук. Ну, и еще надо, получается, так. Тогда еще получается... О, слышали. Тогда нам еще надо, получается, 32 доски. Это получается... ну, если из одного дерева 4 доски, получается, нам надо 8 дерев срубить. Ну, это как одно дерево, если я не ошибаюсь. Ну, без разницы. Ну, вот такой вот, собственно говоря, мод. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Интересно, кто-нибудь сможет записать?